Всем добрый день, с вами Мясо, и мы продолжаем проходить игру под названием Resident Evil 4 Remake. Глава 8. В прошлой главе нас бросила Эшли, и теперь мы должны ее найти. Так что, погнали! Гнездо, прием. Полный провал. Мы укрылись в замке. Но нас с Орленком разделили. Пускай. Тебя. Гнездо, связь прерывается. Меня слышно? Да ради. Том. Алло, тут. Черт. Связь накрылась. Связь плохая. Глава 8. Пошлите вот сюда. Так. Найдите Эшли. Хорошо. Пошлите вот сюда. Опа-на. Это кошмар. Странно, что они не нападают. А они живые вообще? Не, вроде. Ну ладно, пошлите. Вот дырочка есть. Через нее. Так, тут надо что-то. Скорее всего, вот этот светильник. Еще один достать. Ой-ой-ой. Видимо, будет очень сложно. Ой-ой-ой-ой-ой. Уйди от меня, уйди. Уйди от меня, пожалуйста. Так, убьем его. Ой-ой-ой. У меня уже хп мало. Хорошо. Вот для ППшки можем сделать патроны. Подохни. Бам. Пошлите дальше. Как я понял, надо просто того убить. Что-то мне нехорошо. Вот он как раз таки. На, по голове. Давайте его зарежем. Все. Он сдох. Вот фонарь. Отлично. Уйди от меня. Надо побыстрее отсюда уйти. Уйди, уйди. А, блин, тут нельзя пройти. Да уйди от меня, боже мой. Побежали отсюда. Добыли фонарь. Самое главное. Да отвяжись от меня, боже мой. Чего они цепляются ко мне? Блин, у меня еще нож сломался. Вот, все. Отлично. Так, фонарь. Все. А, пошлите отсюда. Так, они вроде за мной не идут. Это хорошо. Так, давайте сюда зайдем. А, мы тут уже были. Тут мы не можем пройти. Пошлите вот сюда, значит. Так, бочка. Патроны для пистолета. Так, катсцена. Интересно. Где Эшли? Открыто окно. Вот тут и стой, Леон. Или мне пустить в ход это? Как ласково ты встречаешь после 6 лет разлуки.
Ада. А ты не удивлен? Забавно. В следующий раз бери нож. Удобнее в ближнем бою. У нас же был сломан нож. Аж не дурно. Стильный прием. На кого работаешь в этот раз? О, Леон. Я не болтушка, ты же знаешь. Брось ее. Зачем? Ей так и так конец. Это наша цель? А уйдешь сейчас. И кто знает, вдруг доживешь до следующей встречи. И она будет такой, как тебе хочется. Думаешь, я отступлюсь так просто? Уйди, пожалуйста. Ты меня раздражаешь. Ну да. Продолжим эту беседу в следующий раз. Леончик что-то смеется. Вот уж кого не думал встретить. Что это такое? Тут надо найти, как я понял, да? Похоже на какой-то механизм. О, что это такое? Пластина. Может, в этой комнате есть пластины? Смотрите, кстати, ковер на стене. Отсылка. Так, вот еще одна пластина. Вот еще одна пластина. И где последняя пластина? А, вот она. Хорошо. Так, я как понял, нужно по рисунку поставить. Ну, давайте поставим по рисунку. Так. Вот так. И поменяем местами. Сейчас. Вот так давайте попробуем. Вот так. Отлично. Услышал щелчок. Вот так вот. Надо по рисунку там смотреть. Ладно, пора искать Эшли. Так, Иллюминадос 3.2. Слушай звук, эхом звучащий в горах. Камни обратились в пыль, и стены замка рухнули. Взгляни на багряный оттенок вечернего неба. Река оскверненной крови загрязняет море. Пожертвуй собой и кровью врага своего. Искупи свои давние грехи. Честно, очень душно читается. Прям... как настоящая Библия. Уф, ёб твою. Супер. Я подумал, кто-то вылетит сейчас на меня. Я еще такой на чиле. Так, еще один ковер. Маленький ключ. Хорошо. Пошлите. Сначала этот шкаф надо убрать. Кто это вообще такой? То ли паук, то ли скорпион. Уйди от меня, уйди. Уйди. Подожди, чё? Чё сейчас было? Так, я на том же самом месте. Попытаюсь сейчас убить. Блин, как он живой оказался еще. Главное не сдохнуть тут. А ну-ка, иди-ка сюда. У меня мало хп, но попытаюсь убить. Все, ты сдох. Отлично. Патроны. Но мне сейчас хилка нужна.
Ладно, пошлите дальше. Так. Ну, хилки нету, это очень хреново. Тебе наверняка понравятся мои новинки. Здорово. Я обновил ассортимент, друг. Не знаю, что у него можно купить. По-моему, отлично получилось. Давайте продадим искусственный глаз. Золотые часы. Золотой слиток, золотой браслет и заколку. Деревянную доску. И что можно еще? Гадюку. И прицел я не буду продавать. Ну все вроде как. А, старинный компас еще могу продать. Отлично. Теперь у меня есть нормально так денег. Можно купить броню. Это, мне кажется, понадобится. Ремонт обеспечить, если что. Ты молодец, друг. Чем доброго пути. Хилочку, хилочку купить. Все. Так, все, использовали хилочку. Привет. Да пока. Да-да-да, потеряли. Так, давайте пока что сделаем патроны для пистолета. Все, в принципе. Она сказала, с нее хватит. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вас не заметил даже. Блин. Я ему стреляю по ногам, а ему похер. Он идет как бронированный. Ой, я случайно. Ой-ой-ой, отвяжись, отвяжись. Отвяжись от меня. Мразь. Блин, у меня еще мало патронов. На. С дороги. Вон она. Главное ее убить. Все отлично. Последний вроде как остался, да? Да. Сдохни ты уже, боже мой. Все. Пошлите отсюда. А он, кстати, и арбалетчица. Но они мне особо не мешали. Хорошо. Пошлите. Уже какие-то рычаги появились. Мне не особо хочется сюда лезть. А! Я не хочу туда. В смысле, дверь закрыта? Ладно, пошлите так, хорошо. Отвяжитесь от меня. Не-не-не-не-не-не. Отвяжитесь. Мразь. Уйдите, уйдите. Всё, наконец-то вроде как сдохли. Так, а сюда я не могу. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Блин, со своими щитами задолбали.
Что там вообще? С дороги. А, побежали, побежали. Блин, они меня уже заколебали, если честно. Да сдохни, пожалуйста, уже сдохни, просто сдохни, я тебя ничего не прошу. Блин, он даже как-то управляет через голову, когда ее даже нету. Да уйди от меня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Так, сколько у меня хп? Очень мало. Давайте сделаем хилочку. Все, отлично. Уйди от меня. Уйди, уйди, уйди. Все, наконец-то сдох. Так, может там открылась дверь? Да, открылась. Ну, пошли идти через этот путь. Вон, нас уже ожидают. Уйди, 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 уйди. Нет, 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 нет. Ага. Ой-ой-ой. Отвяжись, отвяжись. Хотя давайте ее убьем. А, подошь, подошь, подошь. Пока-пока. Патроны мы не можем сделать, я вообще голый. Можно так сказать. А, нет, вот есть для дробаша. Отлично. Ой-ой-ой. Сдохни. А ты меня не убивай. Я тебе плохого ничего не сделал. Нормально так с руками оторвало. Пока-пока. Ой-ой-ой-ой-ой. Пока. Где она там вообще? Ладно, пошлите наверх. Ой-ой-ой, а это кто такой? Какой-то челик новый. Ой-ой-ой, он еще бросается камнями. Ну пошлите отсюда. Блин, правда, у меня вообще ничего нету. А хотя нет, есть, вот. 10 патронов, но это очень мало, вы сами понимаете. Уже встречают меня, я вижу. Блин, да подохни. Зеленая трава, отлично. На, сдохни. Патроны. Хорошо. Так, зеленая трава. Пока у меня хилочек достаточно, если честно. Пошлите дальше. Ладно, пошлите вниз. Еще вниз. Ой-ой-ой, сколько их у вас много. Давайте я просто буду бежать. Нет-нет-нет-нет-нет.
побежали наверх. Где-то должен быть рядом рычажок. А где этот рычаг, я пока не пойму. Вот-вот-вот рычаг. Как я понял, надо было дернуть рычаг и пойти вот туда. Да, отлично. Он, кстати, убивает моих врагов. Хотя он сам является врагом. Мне кажется, ему посрать, кого убивать. А куда я пришел? Мне точно сюда надо или нет? Ну ладно, пошлите наверх. Во-во-во, открытая дверь. Да. Пушка. Посмотрим. Где ты тут видишь пушку? А вот да, реально пушка. Мне кажется, его даже смысла пистолетиком убивать нету, потому что видели, какой он вообще огромный. Мне кажется, ему посрать вообще будет на такие маленькие пульки, летящие на него. Все отлично, теперь у нас есть пушка, так сказать. Можем убить его. Давай, давай, давай. Чувствительность мыши слишком маленькая. Сдохни, сдохни, он сдох. Подожди, то есть это так легко было? Серьезно, одна пуля и он сдох? Ну ладно. Так, вот мои друзья уже меня встречают. Но я могу просто убежать от них. Не-не-не. Мне кажется, надо их сначала убить. Потом, в принципе, можно уже бежать. Крепкие ворота. Надо их чем-то пробить. А! Пошлите наверх. Пошлите наверх. Надо за пушкой обратно. Да уйдите, пожалуйста. Мне просто надо наверх. Так, у меня мало хп. Было бы хорошо, если бы я похилился бы сейчас. Привет. Ну да, ты тоже пошел. Нахер. Давайте разобьем ворота. Как раз таки их, кстати, можно убить. Отлично. Отлично. Путь открыт. А вот, кстати, дружок. Его можно просто было столкнуть, и он бы сдох. Ну, правда, я его добил, но да ладно. Так, один остался живым. Но ему повезло. Ёпарасоте, а он не сдох. Меня хватит. Подожди, он сдох или нет? Ну, если там яма, то я еще понимаю. Может, он разбился. Скорее всего, оно так и есть. Ладно, пошлите. Эшли, где ты? Ну, я про нее как-то уже забыл, если честно. У меня и так своих забот хватает. Так, катсцена. Это она? Плачет. Да-да-да. Стой там. Вдруг снова пораню.
черные вены? Мне так страшно. В тот момент я словно перестала быть собой. Я была кем-то еще. Эшли, это очень пугает, я знаю. Да меня самого пугает. Правда? И у Леона есть такая херня. Бояться это нормально. Бежать нельзя. Надо идти вперед. Мы справимся. Ну, я тоже так надеюсь. Вместе. А вдруг я не смогу? Сможешь. Ну, дай мне знать, если снова решишь меня убить. Ну, мужик, она, наверное, это делала не специально. Леон. Спасибо. Так, на вот таком моменте у нас завершается глава. Давайте, в принципе, продолжим уже в следующем видео. А с вами был я, Мясо. Желаю вам всем удачи и всем до скорых встреч.